Почти 4000 жителей региона стали жертвами гололеда за 2,5 месяца. В Нижнем Новгороде на скользких дорогах получили травмы около 2000 человек. Среди пострадавших почти 300 детей. Самые опасные тротуары в Автозаводском, Ленинском и Приокском районах. В области чаще других травмы на льду получают жители Арзамаса, Павлова и Богородска. По счастью, все падения обошлись без летального исхода. Однако до конца недели нижегородцам еще предстоит пройти испытания снегопадами и гололедом. Узнай больше о событиях Нижнего Новгорода на Первом городском телеканале. Следи за городом.